Представьте, ученые провели такой эксперимент. Собрали группу мышей разного возраста, разного пола, ну, может быть, даже разной породы, и поместили этих животных в идеальные условия. Создали им мышиный рай. Очень много самой лучшей еды, пространства, светло, тепло, развлечения, может быть, были какие-то специальные. И ученые, конечно, ждали, что мыши в таких идеальных условиях начнут массово размножаться, плодиться. И действительно, часть испытуемых радостно создали семьи, поддались инстинкту размножения и оправдали ожидания ученых. Но некоторые так поступили, но не все. В этой популяции экспериментальных мышей очень скоро выделились герои, которые абсолютно избегали социальных контактов, любых и межполовых в том числе. Эти мыши предпочитали уединение. Они очень много ели, выбирали лучшее, сладко спали и долго, наверное, сидели где-то в уголке, чистили шкурку, любовались собой и наслаждались вот этой своей внезапно свалившейся удачей, такой сытой, замечательной жизнью. И эти мыши совсем не хотели создавать семью, совсем. Вот это все дети, мышата, нет, не надо, говорили они. И ученые даже придумали специальный термин для них. Они назвали ее так: мышь-красавчик. К чему это я? Дело в том, что часто в ваших письмах, в ваших вопросах к моим картам чаще всего лидирует дуэт из двух вопросов. Первый – это как мне найти идеальную работу, много заработать, как мне разбогатеть, где мне найти мои деньги. А второй вопрос тут же, он прям вторым абзацем идет, как правило. Такой: как мне встретить любовь, как мне найти свою вторую половину, что мне для этого сделать? Вот. Вот если для вас актуальна сейчас эта пара, именно вот такой вот набор вопросов, то я вам предлагаю сначала подумать про деньги, сначала постараться разбогатеть. Это сложно, но можно. Сначала постараться найти себя в профессии, постараться хорошо зарабатывать и обеспечить себе вот те самые, ну, почти такие же идеальные условия, какие были вот у тех мышей из первой части моей истории. И потому что, возможно, вам этого хватит, возможно, ничего другого вам и не захочется. Вполне возможно, что вы и окажетесь та самая мышь-красавчик. И мне кажется, эту цитату приписывают знаменитому инвестору Уоррену Баффету. Он сказал как-то: если вы мечтаете стать богатым и знаменитым, попробуйте для начала стать просто богатым. Скорее всего, вам этого будет достаточно. Я хочу перефразировать этого умнейшего человека и скажу вам так: если вы хотите стать богатой и любимой, то начните с денег, начните с богатства. Вполне возможно, вам этого будет достаточно. Ну а гадание мое сегодня как раз про это, про базу нашей жизни, про заработки, про работу, про зарплату, про деньги, что было, что будет, чего ждать, от чего бежать, где оставаться, откуда увольняться и чего вы стоите. Давайте так. Следующее предсказание моих карт на работу будет для представителей знака рыбы. У меня в руках новые карты. Обратите внимание, новая колода. Необычные какие-то карты. Здесь очень многое, не очень, но многое нарисовано и названо даже иначе, по-другому. Новые карты чем хороши? Они невинные. У них еще нет своих шаблонов поведения. Выводы они не заранее делают. Я люблю гадать на новых картах.
традиционный для Таро, традиционный расклад я сделаю. Игра в дурака, он называется. Для этого мне нужно сначала в колоде найти того самого дурака. И дурак будете вы здесь. Карта Кверента будет такая. Нулевой аркан шут. Почему именно эту карту? Во многих раскладах выбирают как определяющий человека, которому гадают. Потому что она... Потому что шут самый чистенький, непонятный персонаж в колоде Таро. Это человек, про которого вообще ничего известно. И человек, про которого, в общем-то, и не надо ничего знать. И это будете вы. Это вот характеристика ваша, потому что вы должны быть сейчас без впечатлений, без оценочных суждений про эту работу. Вот я хочу, чтобы вы с таким настроением, кстати, смотрели это гадание, чтобы вы отвлеклись от настроений, нравится вам эта работа или нет. Естественно, у вас их масса, этих настроений. Естественно, вы постоянно думаете, гадаете, гладите или грызете себя за то, что вы на этой работе. Но сейчас вот попробуйте как медитацию, что ли, это гадание рассмотреть. В этой связи смотрите на коробочке, правильно вещи написано, колода. Это коробочка от этой колоды. Ну, тут много про нее. И написано вот. Эта уникальная колода может быть использована за гадание, медитация и забавление. Вот сами придумайте, для вас это будет забавление или гадание, или медитация. Я предлагаю все три пункта включить. Нулевой аркан – это вы. Посмотрим самый главный вопрос. Раз. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать карт. Отсчитала. Самый главный вопрос, на который нам этот расклад ответит, как долго вы еще на этой работе останетесь? Есть ли у меня уход? Есть ли у меня увольнение? Вот так же люди формулируют вопросы в письмах, картам пишут. Посмотрите, пожалуйста, вот у меня... Я долго еще буду на этой работе? Или у меня все-таки появится шанс, великая возможность поскорее с нее уволиться? Вот как раз это будет основной вопрос. Как много еще впереди, как много позади? И чего? Что там лежит впереди? Надо ли вам спешить уходить с этой работы? Или можно еще остаться? Радости или прелести, какие вас там ждут? Вообще, в целом, хочу сказать, что, конечно... Рыба и работа – это, ну, сочетание очень-очень своеобразное. Люди, вы загадочные, и, как правило, рыбам подходит и работа загадочная, какая-то такая неочевидная, с неочевидными дорогами к достижению бонусов, к достижению денег. Рыбы бывают очень ловкими в бизнесе, очень ловкими и очень состоятельными людьми. Просто... Именно среди представителей знака вашего много людей богатейших, которые в списке Forbes занимают заметные какие-то первые позиции, кстати, наравне с девами. Но если с девами это все понятно, они все-таки ориентированы на деньги, они для этого родятся, чтобы деньги зарабатывать, то с рыбами, откуда у рыб деньги, столько денег, это все время вопрос. Потому что вроде бы вы про деньги не говорите, и кажется, что вы про них не думаете. Но а в итоге можете очень-очень достойно зарабатывать и жить. Какими-то мистическими, магическими пассами вы достигаете и популярности, и известности, и очень хороших заработков. Но это на самом деле такой экскурс. Это я вам советы сейчас раздаю. То есть если вы хотите быть успешными рыбами, то ищите себе какие-то нетрадиционные, непрямые пути к деньгам. Вот, вот так. И даже к известности. Непрямой путь. Знаете, такой вот к рыбам вопреки и вопреки, не благодаря, а вопреки чему-то приходят деньги и успех. И карьера, и карьера, да, и статус. Вот. Всякие нетрадиционные профессии типа колдуна и мага. Ну, это, конечно, вообще святое. Вам стоит работать колдунами и магами.
Наверное, участники битвы экстрасенсов все сплошь рыбы. Я специально-то не смотрела, но я уверена в этом. Я раскладываю сейчас карты для вас два ряда. Это неправильно, потому что ряд должен быть один для наглядности. У меня нет такой возможности. У меня нарушится композиция и просто не поместится на экране у вас потом карта. Поэтому я делаю два. Вы, если дома будете так гадать, то делайте один ряд. Это очень наглядно тогда получится. Вы тут. Вот представьте себе сейчас карту навигации в большом супермаркете, в Меги в какой-нибудь. Подходишь к карте, все блуждают, заблуждаются в супермаркетах, в гипермаркетах. И подходишь к карте навигации, и там такая красная стрелочка. Вы здесь. Вот она. Вы здесь. Вы не в начале пути на этой работе вашей нынешней. Да, кстати, забыла сказать, что вот этот первый расклад, всего их будет два. Первый на нынешнюю работу, второй расклад на будущую, новую. Вот если у вас вообще нет работы, то вы можете пропустить, например, этот расклад. Или примерить сюда формулу, или примерить сюда работу мечты, например. Какую-то воображаемую работу, которую вы стремитесь, но пока что не получили. А в основном это гадание, да, для тех, у кого есть работа, но кто сомневается, достаточно ли она хороша. Вы даже уже середину пути прошли, пройден экватор. Вот смотрите, это ваш первый рабочий день, это последний рабочий день. Вот эти карты все показывают время суммарное, сколько вы проведете на этом рабочем месте или в этом бизнесе. И здесь вы вот много получили или много преодолели, тут уже я дальше в детали буду рассматривать. Вы примерно прошли сколько? Ну, две трети, может быть, даже три четверти. Уже три четверти пути. Вспомните известную песню известного человека. Три четверти пути примерно пройдено, ну, по-моему, успешно, но это не точно. А впереди у вас как раз, ну, можно сказать, все самое лучшее, но давайте обо всем по порядку. В самом начале ваша нынешняя работа была хорошей. Хорошая, она досталась вам по справедливости. Досталась она вам не случайно. Это вам высшие силы отмерили то, что вы заслужили? От каждого по способностям, каждому по... Почему? По потребностям. То есть такая вот работа принесла в вашу жизнь достаточное и необходимое. На первых порах эта работа вам очень нравилась, потому что она отвечала вашим всем потребностям эмоциональным. Деньги, наверное, потом были. Не знаю тут про деньги. Не вижу еще пока. Я же тоже первый раз карты эти вижу. Но сначала эмоциональные потребности и ваша работа это закрыла. Для рыб это очень важно. Для всех водных. Для ваших братьев молочных, раков и скорпионов это тоже очень важно. Чтобы работа закрывала эмоциональные потребности. Чтобы вы уходили с рабочего места напитанными эмоциями, собственными, чужими, чтобы вот ощущали такую эмоциональную связь. И вот здесь, конечно, вы нашли здесь коллектив. Вам понравились люди на работе. Вам даже показалось, а может, правда так было, что вы нашли своих там. Достаточно тайн и мистики было в этой работе. Ну, как на самом деле в работе, какие бывают тайны? Это, как правило, работа с неизвестным финансовым итогом. Такая работа, какая бывает? Бизнес часто такой, когда не знаешь, сколько заработаешь. Месяц начинается, и ты можешь оказаться в полном пролете, а можешь прямо золотиться. Вот бывают такие. Ну, в основном это, да, собственный бизнес. Но и работа бывает такая. Это, не знаю, у биржевых брокеров, например, или у тех же магов. То есть были вот те самые неочевидные или нематериальные достижения. Это карта Луна вам выпадает.
вам нужна ваша, она по масти ваша. Карта. Очень вы на своем месте. Вот что я вам скажу, рыбы, друзья мои. Вы очень на своем месте. Скорее всего, вы это сразу поняли на этой работе. Рациональной части анализа заработков тоже здесь было достаточно. Деньги свалились на вас там какие-то большие, очень хорошие. Пришли эти деньги, но после них или вместе с ними пришли и неприятности. Причем сопоставимы. Смотрите, действительно, вот эта карта Солнца, тройка Пентаклей, как знак, как отметка денег. Может быть, случайная сумма была. Может быть, вернее, как случайная, случайно большая сумма свалилась на вас. И вы, конечно, успели порадоваться в две стороны. С одной стороны, это вам принесло и какой-то кризис, и неприятности. А с другой стороны, вы окончательно эту работу выбрали и решили, что вы на своем месте, что вы здесь остаетесь, что деваться вам некуда. Собственно, и карты говорят, в какой-то момент вам стало на этой работе некуда деваться. Слишком вы обросли ответственностью, обязательствами, даже если вам приходится ради этой работы жертвовать собой, настроениями, чем-то жертвовать, то метаться поздно. Не время для ухода было. Мы немножко сейчас в прошлое заглядываем. Ну и кризисных карт достаточно, беспокойных. Просто неприятности, понимаете, череда. Вот знаете, как выигрыш, как какой-то джекпот был на этой работе. Деньги, заработки, карьера, все что угодно. А потом череда таких самых настоящих неприятностей случилась. Ну, конечно, вопрос, что впереди. Раз уж вы не бросили этим делом заниматься, этим бизнесом, и не бросили эту работу, то не бросайте и сейчас. Вот ответ на второй главный вопрос. Первый. Завтра, на завтра ухода нет у вас этой работы. И второй вопрос. Надо ли бежать сейчас? Сейчас уже смысла нет. Очень актуально было для вас уволиться год назад или полгода назад, когда были вот это, прям полоса препятствий была, самые настоящие неприятности. Сейчас нет, все по сути, ну как бы выросло просто в пустые страхи какие-то напрасные. А впереди, вплоть до самого вашего перехода, например, на новую работу, впереди все очень даже хорошо. Покой, комфорт, очень хороший достаток. Смотрите, вот эти две девятки в редкой паре, девятка кубков и девятка пентаклей вам достаются. Это такая отметка просто счастья, просто благополучия. Сейчас очень благополучно все будет на этой работе. И вы успокоитесь, покой, какое-то успокоение. Вообще вот очевидного конца ухода здесь карты не видят, но в целом какой-то застой может образоваться через. Вы прошли через бури на этой работе, а впереди у вас самые сливки, все хорошо, но потом вот какое-то время застоя может образоваться. То есть вы будете спокойны, но ничего не будет происходить на этой работе. И вот тогда, во время застоя, в период застоя, вы уже примете решение как раз спокойно, благополучно уйти, уволиться, найти для себя какой-то другой вариант, найти какие-то другие возможности. И, в общем, будете правы в этот момент. И следующее гадание у меня будет для тех, кто сейчас сидит без работы и ищет работу, и б, для тех, кто все-таки не послушает предыдущее гадание и захочет сорваться и поменять работу сейчас. Вот если у вас есть такое все-таки сейчас настроение, нет, уволюсь-ка я завтра, то посмотрим, что вы найдете. Еще более традиционный расклад «Крест» будет для вас. Еще более традиционные карты — это
Rider White на голубом фоне просто сделала карту. Новая работа. Как скоро она найдется, какой она будет, будет ли она, очевидно, вашей, лучше вашей нынешней работы. Вот такие вот вопросы мы зададим картам. Все к счастью. Что на текущая работа, что новое. Видите, все с девятки кубков начинается. Изобилие, покой, какой-то такой очень понятный достаток. Время в профессиональном смысле может быть, ну, наслаждаться урожаем. Вот так вот правильно сказать. Новая работа, безусловно, есть. Новая работа для вас найдется очень скоро. Скорее всего, предпосылки уже есть. Перемены эти произошли от знакомых каких-то людей или уже от знакомой какой-то ситуации это все происходит. Новая работа потребует учебы, познания, либо денежных вложений, если это собственный бизнес для вас. Настроенческие немножко провалы будут, но в целом будут и крупные проекты, реализация, будет карьерный рост. Будет много энтузиазма, будут люди важные вас окружать, важные в смысле персоны в вашей судьбе. И вот эта новая работа привлечет, притянет к рыбам какие-то очень правильные и такие вот по судьбе перемены, возможно, дороги. В результате выхода на новую работу не сегодня, но прям чуть-чуть через какое-то время у вас образуется дорога или крупный переезд. Представляете? Работа сама по себе будет настолько интересная, что вы либо там быстро вырастете и захотите уже сами жизнь поменять. Ну, знаете как, например, заработали послужной список, многому научились и раз решили, что, ну, например, за границу пора, в Америку рвануть с такими-то знаниями, покорять какие-то новые вершины. Либо эти перемены, эта дорога случится сама собой. В ту же Америку вас отправят начальство в дальнюю-дальнюю командировку или работать в какой-то удаленный как раз заграничный, зарубежный офис. Прекрасный прогноз. Лучшего на работу и не придумаешь. Поэтому ответ «да» для первой части аудитории и ответ «да» для второй части аудитории. То есть, если вы сидите вообще без работы, то вот на это нынешнее предложение, которое вчера, сегодня или завтра вас находят, соглашайтесь, не бойтесь вложений. Подучиться надо? Подучитесь. Что-то там поработать над собой, не знаю, над имиджем, например. Соглашайтесь на все, потому что, знаете, история будет очень быстро развиваться и прям триумфально для вас. Триумфально. Очень быстро нащупаете свой путь профессиональный, и как-то это выльется прям в судьбу, в какие-то глобальные перемены. Вот большое положение будет у вас, например, в обществе, и статус, и место жительства может поменяться. Да все может поменяться, знаете, когда в судьбе же одно другое тянет за собой. Когда вот такие большие перемены в карьере, в работе происходят, оно же и личную жизнь куда-то вытягивает в другое место. Поэтому да, чудесно. И если вы сейчас имеете работу, но твердо решили ее поменять, меняйте, ради Бога. Это будет, в общем, очень правильное решение. И главное, вы уйдете на хорошей ноте. Не тогда, когда вот кризис у вас был, вы уходите, а вот сейчас, когда все благополучно и спокойно, да, очень хорошие новые возможности найдете, зеленый свет, открытый путь. Спасибо.